Значит, заедешь на заправку и ко мне. Ясно. Роман Алексеевич, тут Валентина просила ее до дома подбросить. Переодеться. Подбрось, только не задерживайся. Стоп. Я здесь сойду. А за Петром-то заезжать? Он ко мне подойдет. Давно ждешь? Мы задержались немножко. Сейчас машина придет. За Валентиной поехали. Она просилась в бригаду. Наверное, надоело ей в конторе сидеть. Зачем звал? В командировку нас посылают на ГЭС. Строители рекламацию придавили на экскаватор. Ломают сами, обвиняют нас. Надо проверить. Спасибо, Катюш. День сегодня самый длинный в году. 17:34. Садись, закусим. Спасибо, уже завтракал. Прогадаешь? Борщ домашний, столовый такого не сварит. Слушай, Петр, и чего ты все ходишь один? Женился бы, обзавелся домом. Смотри, брат, так всех девчонок поразберут, и останешься ты холостяком век вековать в общежитии. А хочешь, мы сосватаем тебе невесту. Женим его, Кать. Выйди на минуту. Что случилось, Катя? Катюш? Что случилось? Успокойся, Катя. Не люблю я тебя больше, Роман, вот что. Да что ты говоришь, опомнись. Я другого человека полюбила. Кого? Ты? Да, Роман. Это неправда. Катя, скажи, что это неправда. Вот что. Ничего я сейчас не слышал. Ничего между вами не было. Все это вам приснилось. Ясно. Едем. Никуда я сейчас не поеду. Собирай вещи, Катя. Свезем в общежитие.
А дальше видно будет. У завода остановишь. Возьмете другого слесаря. Останови машину! Останови машину! Делами нашими дома займемся. Ну, много мы с тобой сегодня наработаем. Убери ногу, работу срывать не позволю. Не пугай, не та порода. Езжай, чего ждешь? Ну и дела. Поделили чего-то? Петя! 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 Петька! Не дури, Петрова, ведь так же с работы недолго... Ладно, без советчика! Петя! В чем дело, товарищ водитель? Что за танцы у вас? А что такое, а? Путевочку предъявите мне. Пожалуйста. Что у вас с глазом? Чего? Травма, что ли? Так производственные, товарищ лейтенант. Права предъявите. Производственные. Бригада едет на строительство. Вот командировка. Странно. Взрослые люди едут по делу, а ведут себя неподобающе. Да. Шумите на всю округу. Да-да. И вообще хулиганство на транспорте. Ну, товарищ, вот отстал. Чего? Человеческого языка не понимает, ну и пришлось. Не слышу чего. Товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант, он не виноват. Это я. Ну, понимаете, пошутил так неудачно. Езжайте. Отпуск, товарищ капитан? Да нет, совсем. При вас, небось, ничего этого и не было? Мальчишками в ремесленном здесь на пустыре в футбол гоняли. А дом-то ваш где? Да вот он дом. Ну ничего, обзаведетесь. Вася! Девчонки, залезай. А ты чего командуешь, Люсь? Подвиньтесь, товарищ капитан. Пожалуйста. Поехали, Вася. А ну, садись с подножки. Ну ладно, поехали, поехали. Кузов, кузов, кузов давайте. Ну, юбка узкая, не залезть никак. Поехали. Беда мне с вами. Вася. Жениха тебя везу. Ну да. Хватит глупости болтать, жениха.
Слушай, Вася, дай я за руль сяду. На такой скорости рулем вертануть? Привет. 4 венка от имени месткома. Всем там толпиться нечего. Давайте документы, я оформлю. Роман Алексеевич. Просто ужас какой-то. Не понимаю. Здорово! Лёшка, ну ты что ли мою лопату лечить будешь? Лекарь в машине. О, приятная неожиданность. Помидорчик. Из любопытства пожаловали или по долгу службы? Катер ушел, придется по трубам идти. Веди, парень. С удовольствием, самым кратчайшим путем. Специально для вас выстроили. Роман Алексеевич, мне к 10 в гараже надо быть. Езжай. Давай руку. Какой-нибудь подол-то привезли, а то с мысли избиваете. Ну, чего уставились? Проходите. Пошли. Руку-то хоть дать можешь? Могу. Ждем, ждем вас, товарищи. Подвели у нас, можно сказать, самый решающий момент. Не признают они своего брака, Владимир Иванович. И специально для авторитета прихватили с собой крупного специалиста Валечку. Не признают. Вы выяснили, кто принимал машину? Выяснили. Взгреть надо. Вызвать на бюро к начальству или еще куда там и взгреть? Правильно, а что понимаешь? Второй день в простое, на хлеб с квасом не заработаешь. Там кто-то у вас премии за перевыполнение получает, ну тут за них отдувайся. Помидорчик. Вот, вот они, мои горючие слезы. А вот документация на эту балалайку. Как видите, гарантийный срок еще не истек. Да. Документы у вас в безобразном состоянии. А мы тут, между прочим, иногда работаем. Работать надо аккуратно. Ну, нечего на меня смотреть. Показывайте, что вы натворили. Точнее, что вы натворили. Сердитая, пожалуйста, сюда. Погоди, Валя. Умеешь? А чего тут уметь? Копай глубже, кидай дальше, и вся наука.
Он экскаваторщик. Окончил курсы при строительстве, работал на этой машине. Заметно, что на этой. Ну, слушайте, не будем спорить, кто прав, кто виноват. Нужно как можно скорее отремонтировать. Отремонтируем. Но спорить все-таки будем. Где акт технического осмотра? Акт? Мы же вам выслали экземпляр. Давайте копии без акта ремонтировать не будем. Делом надо заниматься, а не бумажками. Вот именно. Мое предложение такое. Вы что, порядка не знаете? Давайте акт. На этой машине мое клеймо. На этой машине заводское клеймо. Если бы было твое, меня бы здесь не было. Ну, хочешь, не хочешь, а здесь слушайся меня. Что такое? Да, вот эта девка. Ой, такую грязь они тут развели. Ну чего, Саса, заводи. Слушаюсь. Масло они сроду не меняли. Я проверяла. А где этот, в очках? За актом пошел. Ты, Валя, насчет масла проверь, откуда получают, какое качество. Я проверю. Я им тут такого жару поддам. Куда он пошел? Вон в будку. Не ночевать же здесь, в конце концов. Погоди. Оставь. Дело у нас, так давай его делать. Сначала надо знать, что делать, а потом лезть. Не первый раз на рекламацию выезжаешь. Как это я в твоей бригаде оказался? Я попросил. Смену тебе за две засчитают. Я не об этом. А почему ты вдруг меня в напарники выбрал? Не вдруг. Вызов был срочный, слесарь был нужен опытный. Что ж теперь делать будем? Ремонтировать? Поможет? Поможет. Рано еще на свалку выбрасывать. Латать да штопать это все умеют. А надо так раз, и все, и обрублено. Вот как. Как говорится, всем по семь, а тебе восемь. Я у тебя ничего не украл, Роман. Ах, ты свое взял. А есть оно у тебя, это свое? Ты его создал, выстроил? Ничего еще ты не создал. И своего у тебя модные штаны да рубаха. Понял? Ну, артист. Готовь к запуску, сам проверять буду. Пожалуйста. Не доверяешь, значит? Ладно, не тебе о доверии говорить. Я слесарь, я за свою работу отвечаю. И испытывать буду сам, как положено. Много на себя берешь. Готово. Освободи кабину. Петр! Петр!
ж такое? Не наш, что ли? Нет завода. Завода? Здорово. Давай, 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 давай. Вот это класс. С таким бы работать мечта. Три нормы минимум. Не путайтесь под ногами. Видите, машины идут. Да какие вам машины? Это же проба после ремонта. Полагается так. Грех такой работе пропадать. Да понимать надо. Ладно, Валя, пусть. Так, давай, давай. Здорово ты, браток. Копай глубже, кидай дальше. Вот и вся наука. Да сболтнул, понимаешь, впечатление хотел произвести. Предложение. Взгляните, какую немыслимую работу совершают люди. Великое и небывалое дело. А руки у вас, дорогой товарищ, прямо скажу, очень и очень подходящие нам по масштабу. Бригадиром пойдете? На мой участок. О, или инструктором зеленых обучать. Перевод я вам оформлю, вплоть до завкома дойду, о зарплате не беспокойтесь, общежитие. Стоп. Общежитие? Нет, общежитие не пойдет. Комнату. Обеспечиваю в каменном фонде. По рукам, парень. Ой, спасибо. Спасибо. О, да, отведешь 20 товарищей в столовую, и чтобы все было на самом изумительном уровне. Ну, я же человек, я же понимаю. Ага. Так. Меня рассердилась, да? Нет, что-то я просто так. Слушай, может, у тебя денег нет, так ты не стесняйся. Привет, Алёха. Слышал, как пятый участок дает. Антонович ревёт и мечет, смотри. Попадешь под горячую руку. А я что? Попадет тебе. Антонович, это бригадир наш. Конечно, благодарности за простой от него не жди. Особо, если в акции оставить, что по нашей вине, тогда вообще. А ну-ка, хайда обедать. Ой, ты иди, Лёша. А я тут посижу. Привет. А вы что тут стоите? Сейчас, одну минуточку. Сейчас все сделаем. Светка, здорово. Лёр, привет. Если ты бросаешь что? Куда ты? Почему вы же без очереди? Два борща. Ну что это? Кто это вам разрешил? Девушки, люди всю ночь работали и уезжают сейчас. Ну, законы гостеприимства. Уж ладно, законы. Сказал, и вот и все. Верно. Две отбивных. Ох, и везет же мне сегодня на хороших людей. Так, посчитайте. Налетай, братцы. Все в порядке? За мной. Сюда, ребята. Вот ты бы так с машиной управлялся. Ну ладно. Не встретились бы тогда. А так, глядишь, с хорошими людьми познакомился. Да. Погоди, куда? Дело есть. Я извиняюсь, вы тоже из города? Да. Крановщик я.
Вон мой кран стоит. А, это вот портальный? Точно. Наш завод такие делает. Точно. Вот я и хочу с вами посоветоваться. Так вы садитесь. Вот. Имеется изобретение. А, я не понимаю. Мы с экскаваторного. Я вам все объясню. Некоторые тоже не понимали, теперь разбираются. Вот. Понимаете, здесь имеется подъемный механизм. Ой, вы знаете что? Вы лучше нашему Роману Алексеевичу расскажите. Он сейчас в столовой. С ним даже главный конструктор советует. Обязательно. Обязательно. Я ведь вам что? Я только самую суть объясню. Это ведь всякий конфликт, понимаете? Тут Лёша! Все очень Лёша, просто. Иди сюда. Иду. О, питайся. Ой. На меня изобретатель напал. Знаем этих изобретателей. Ты ешь, ешь. Голодный ведь, по глазам вижу. Угу. У меня есть свои соображения. Я вот даже чертежик набросал. Ну, тебе же русским языком сказали. Экскаваторщики мы. Ну, что ты пристал-то крепить? Так это же не важно. Вы с завода, это главное. Ну, скажите там, кому следует. Я сейчас объясню. Подержи-ка. Ну, значит так. Можно увеличить скорость подъема. И переделки пустяковые любая мастерская сделает запросто. Ну, слушай, друг, дай ты людям поесть по-человечески. Главное, завод заинтересовать. Ты тут всем подряд не улыбайся. Тут парни, знаешь, какие? Знаю. Очень хорошие парни. С виду. С виду они все хоть на выставку. И на собрание ходят, и нормы перевыполняют. Не все нормы перевыполняют. Все. Я исключение. Ну ничего, я им все докажу. Ты серьезно к нам или так это? Шутки ради? Серьезно. А, с начальством в черне вопрос решен. Насчет перевода. Быстро вы, однако. А я все быстро. Вот пойдешь в отдел кадров и скажешь, что это я направил. Гребешков моя фамилия. Запомни, Гребешков. Женат? Если холост, на комнату не рассчитывай. Женат. Женат, но еще не расписан. А я расписан. Ну, это не важно. В долг поверим. Когда будешь перебираться? Еще не знаю. Давай, торопись, торопись. Даю сутки на размышление. Дела не ждут. Сегодня вон монтаж агрегатов начали. Верно, Матвеич? Да, верно. Так давай, давай. Ты давай, понимаешь, золотые руки. А жене не беспокойся. Ей тоже какую-нибудь работенку найдем. Вот, и живи в свое удовольствие. Так. Ну что, интересно, правда? А вот пойдем на кран, я вам там все покажу. У меня кран третий, на эстакаде. Нет, парень, не пойдет. У нас свои дела. Успеем. Мой рабочий день кончился. Продлим, если надо будет, на ночь останемся. Торопиться некуда. Здесь я шестерню изобразил. Ведь понятно?
Здравствуй, Люся. Здравствуйте. Ой, Катя, зря за воду уходишь. Ну что ты, Люся, отдохну годик-два, там видно будет. Пожалеешь? Ладно, Люсь, не агитируй. Пусть отдохнет. Ты лучше вечером забирай своего Василия и приходите к нам. Посмотришь, какая меня хозяйка. Ну, приходите, Люся. Спасибо, зайдем. Смотрит. В ухажёр набивался. Ничего не вышло. Ничего, я что-то, друг, не понимаю. Ты уж извини. Ну, как бы объяснить? Ладно. Мы к тебе на кран придем. Ну, ладно. Буду ждать. Роман Алексеевич, Петр сказал, что домой поехал. Вы что, не отпускали его? Что? Документы надо оформить. Займись этим, Валентина. На кран надо пойти. Пойдем. Ну зачем вы так, девушка? Почему вы все на нас сваливаете? Вот, ознакомьтесь и подпишите. Никаких подписей. Ну, как хотите. Да что, Владимир Иванович, вина моя, это же ясно. Эксплуатировала машину, как Бог на душу положит. В общем, подписывайте и все. А то я сам подпишу. Хотя права такого не имею. А что в самом деле? Подпишу и все. Правильно. Thank you.
Я в войну в разведке служил. Вызовет командир добровольца, а я из них напарника выбираю. Одного из 10. Но такого, который ни за водку, ни за деньги, ни за юбку не продаст. Знаешь что, ты одно с другим не путай. Война войной, а жизнь жизнью. Ну а как же мы нашу веревочку-то распутаем, а? Распутана наша веревочка. Вот осмотрим кран и домой поедем. Домой? Дом ты мой разрушил, и некуда мне теперь торопиться. Где же они? Говорят, на эстакаду пошли. Ох, не идет тебе серьезность это, ты лучше улыбнись, а? Не морочь ты мне голову, не морочь. Я волнуюсь, а ты бормочешь пустое. Я не пустое. Это я раньше пыль в глаза пускал, а теперь я серьезно. Алексей! Подожди, а? А, вот ты где! Там экскаватор проставит, а ты здесь прохлаждаешься! Какого же черта ты здесь околачиваешься? Вот сейчас пойдешь в Карабскую, там поговорим. Это Антонович, бригадир наш. Ох, и дал он мне из-за вас жару. Идем? Да не могу, на работу мне Антонович велел. Ну иди, иди. Антонович, это, конечно, страшно. Перед отъездом подойдете ко мне? Парень его больно хороший. Парень, я ничего себе. Подойдем обязательно. Хотел я с тобой как с человеком, да видно, ты еще не дорос. Тебе бы на вечеринки ходить, девок в сенях тискать. А ты вон с чего начал. Далеко пойдешь, Петр. Только на каком повороте ты Катерину бросишь? Но это уже не твоя забота. Да нет, видно, моею будет. Ну вот что, решим так. Дорожка к нашему дому тебе заказана. Эх, не то ты говоришь, Роман. Морду мне набить у тебя силы хватит. А вот любовь удержать. Из цеха ты тоже уйдешь. Приглашали на строительство? Иди. Будешь артачиться, сам все это устрой. И с Катериной ты больше не увидишься. Вот тебе мое слово. Thank you.
спятил, что ли? Эй, изобретатель! Остановить ведь надо! Трубу все равно не перерубишь, сталь! Стыд должен быть! Смотри, Роман, вон резина! Дай-ка руку! Слушай, Роман, мне тебя не удержать! Что? Не удержу! Да я! Осторожно! Руби! Сменное задание выполнено на 102,4%. Первый участок 103, второй 96,3, 96,3. Несвоевременная доставка арматуры. Бетон. Общее 260 кубометров. 15 кубов гравия. 309 кубометров грунта. Записали? Ну что же он не звонит? Как он там? Пока неизвестно. Можно позвонить? Пожалуйста. Диспетчерскую. Роман Алексеевич, это я, Валя. Ну как он? Положит в больницу? Привет. Да, машину нам дали. Что? За вами не заезжать? Ну а как же, Роман Алексеевич? А, ну и я. Почему? Хорошо. Документы я оформила. И сейчас поеду домой. До свидания. Ну как там? Роман Алексеевич сказал, что его кладут в больницу.
Он задерживается, а мне приказал ехать домой. Машина на дамбе ждет. Найдем. Слушай, ты о Петре не беспокойся. Я его навещать буду. Я же человек, я же понимаю. Привет, Галка. Ну, все в порядке. Сейчас разыщем машину. И до свидания, Валь. Осторожно, ноги порежешь. Ничего. Так мне и надо. Не надо было модничать. Ой, колючка какая-то. Покажи. Не надо. О. Спасибо. На здоровье. Беседа о дружбе и товариществе. Не забудь рассказать про сегодняшний случай. Яркий пример. А где больница? Вон там над рекой. Видишь? Пример. А ты знаешь, что они никакие не друзья? Кого? Ну уж ты, пожалуйста. Я все поняла. Все потом. Вот. Спасибо тебе, Лёша. Почему вы отказываетесь от госпитализации? Мне нужно домой. Ну, у вас серьезные травмы, и вам нужен покой. Доктор, я все равно не могу остаться. Почему? У вас что-нибудь дома случилось? Ехать мне надо, товарищ доктор, вот и все. Хорошо. Садитесь. Но вы мне обещаете, что немедленно явитесь в свою больницу. Я дам направление. Отпустили? Да пустяк, царапина. Я думал, что ты уже уехал давно. Да нет. Валентина звонила, о тебе справлялась, а я от машины отказался. Ладно. Спасибо тебе. Да за что? Да если б не ты, крышка. А, ерунда это. Ну, пошел я. Ты куда? А что с крановщиком? Все в порядке, домой отправили. Надо бы машину попросить. Проси, я сам доберусь. А как через реку переправишься? Переправлюсь, у меня бакинщик знакомый. У тебя голова разбита, ты с этим не шути. Ладно. Thank you.
Народная артистка СССР, балерина. 7 букв. Кать. Уланова? Точно. 5 по вертикали. Агрегат для выемки грунта. Экскаватор. Агрегат для выемки грунта. Ты бы лучше одевался, Роман. Успеем, Катя. Первая в России женщина-офицер. Дежурство на корабле. Вахта. Столярный инструмент. Рубанок. Точно. Красный стручковый перец. Кать, ну это уж по твоей части. Русский ученый, открывший атмосферу Венеры. Роман, уже 9. Может, не пойдем, Катя? Так хорошо дома. В кои веки собрались из дому выйти. Ты что, обиделась? Да пойдем, мы еще не опоздали, там же сейчас самое гуляние. Роман, Катя! Здравствуй. Здорово. Привет. 100 лет тебя не видел. Как ты вспомнила про Валькин день рождения? Ты что, взаперти ее держишь? А что же ее запирать? Она свою отгуляла. Мне и дома хорошо. Роман Алексеевич! Здравствуй, Катя. Пришли все-таки. Роман Алексеевич! Ну, не ожидал. А ты что же не танцуешь? Не с кем. Вот как? Пойдем, потанцуем. Ну что ж, пойдем. Я потанцую. Идите, идите. А мы тут с Романом Алексеевичем, значит, выпьем. Подожди, посиди. Посидим. Эх, Роман Алексеевич. Я тебя, Роман Алексеевич, знаешь, как вспоминаю? В погонщиках. Служба. Эх, Катя, как с завода ушла, хоть бы раз к своим заглянула. Некогда мне. А как же Люся? Другие девчата тоже ведь замуж повыходили. А все равно работают, учатся. Каждый живет по-своему. Помнишь, с вокзала тебя вез? Еще, Кать сказал, жениха тебе везу. Как в воду глядел. Илья Пророк. Точно. Как сказал, так и вышло. Вместе учиться будем.
Роман. Что, Катюша? Пойдем домой. Так рано? Потанцуй. Не хочу. Скучно. Который тут час? Фу, черт, дурацкий сон приснился. Вся эта петрушка на кране. Только как будто не я оборвался, а ты. И я тебя двумя руками держу, а сил не хватает. Фу. Идет что-то твой бакинщик? А пускай хоть совсем не приходит. Это почему же? Так. Ты в огонь не смотри, голова болеть будет. Меня как-то отец взял на ночную рыбалку. Мать не пускала, а он говорит, ничего, пускай привыкает в огонь смотреть, не мигая. Развели костер, уху варили. Я вот во все глаза в огонь смотрел. Утром пришли домой, а дома нет, одни кирпичи. Ни матери, ни брата. Самой первой бомбой. Ну, отец тогда меня в детдом определил, а сам ушел на фронт. Прощай, говорит, Петр, пойду того летчика искать. Он до сих пор ищет. Слепые мы. Всю жизнь, как кутята носом, тычемся, тычемся. Ни в себе, ни в людях разобраться не можем. Роман, мы ведь люди, черт подери. Мы ведь все можем. Он скоро к звездам полетим. А друг друга мучаем. Можно и не мучить. Я все понимаю, Роман. Но что делать? Она ведь любит. Любит, не любит. Что мы? Ромашку ощипываем. Ошиблась. А я ведь ее, может быть, всю жизнь искал. Для меня Катя. Ну да ладно. Одно могу сказать. Мне за чужой счет счастья не надо. Я потом за него никогда не расплачусь. Сидит. Ко мне, что ли? Это я, дядь Миш, Петька.
Тут спокон веков остров был, а теперь плотина. Скоро буду зажигать огни океанским кораблям. Скоро соседями будем, дядя Миша. Перехожу работать на строительство. Не женился? Не женился еще? Нет. Спасибо, отец. Не за что. Счастливый путь. Ты что? Петро. Сейчас я встану. Ой, что-то худо мне, Роман. В чем дело? Надо раненого подвезти. Какого раненого? У нас своя машина. И потом, знаете, у нас вещи, совсем места нет. Я же сказал, надо раненого подвезти. Вещи можно переложить в багажник. Останавливают. Выгружают? Что ты молчишь? Мы будем жаловаться в милицию. Постой. Сколько вас? Двое, я и товарищ. Так. А где раненый? Здесь недалеко. Ну что ж, пойдем посмотрим. Одну минуточку. Я сейчас. Стой! 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 Сволочь! Уехал, подлец. Ну и черт с ним. Чепуха какая-то. Люди подлость делают, а я себя виноватым чувствую. У тебя так бывает? Слушай, Роман, ты мне перевод на строительство устроить обещал. Сделай это, пока я на больничном буду. Ну чё ж ты молчишь? Пойду машину поищу. Уже поздно. Погоди. Я тебе еще хотел сказать. Все, кажется. Че это в башке у меня гудит или машина идет? Пойду машину поищу. Уже поздно. Вот и. Я уж и чемодан собрала, вещи уложила. А потом Вальку по дороге встретила, она рассказала, что у них там на строительстве вышло. Не могу, Людька, не могу. Все поняла, нельзя так жить. В четырех стенах. И уйти не могу. Ну-ка, встань.
прямо не знаю, что тебе сказать. С завода ушла, не советовалась. Замужнему спину спряталась. Разве такая жизнь для тебя? Подумай сама. Ну, садитесь, подброшу. Садитесь, садитесь. Я не один с товарищем. А где он? Здесь, у реки. Ему плохо. А туда можно подъехать? Не надо, я доведу. Только вы не удерете. Идемте вместе. Ничего, спасибо, я доведу. Идемте, идемте. Спасибо, товарищ. Поправляйтесь. На работу завтра не выходи. Врача надо вызвать. Не надо врача. Ты лучше перевод оформи. Ты с этим не спеши. Нет. Решать надо сегодня. День сегодня такой длинный. Ну, будь здоров, Петр. Будь здоров. Роман. Приехали. Да.
А где Петр? В больнице? Да нет, пошел домой. Знаешь, Роман... Не надо. Не надо ни о чем говорить.